Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня очередное видео о том, как затонировать задние фонари красным лаком. То есть для того, чтобы это сделать, надо снять все фонари с машины. Так будет намного удобней. Вот они перед вами снятые. Дальше используем обычный красный лак. Я взял фирмы Ньютон. Он так и называется, лак для тонировки задних фонарей. Вот. Красный. Хорошо его взбалтываем. Вот. В принципе, пока он нам не нужен. Значит, для того, чтобы лак хорошо лег на фонарь, вот я этот начал уже делать, могу показать, вот он высыхает. Я его слегка заматировал тысячной и двухтысячной наждачки. То есть вот двумя наждачками, по 1000, вот видно, по 2000 я его заматировал для того, чтобы лак лег намного лучше, чем на глянцевую поверхность. Ну, сейчас будет виден результат. Так, фонарь перед покраской обязательно надо хорошо промыть, заматировать, как я уже сказал. Я это делал тысячкой и двухтысячкой. И дать хорошо высохнуть всем каплям воды. Значит, вот сейчас он сохнет. Сейчас будем красить. Красить надо обязательно слоями. Вот я нанес первый слой. Дать ему чуть-чуть высохнуть. Вот видно, специальная шагренька, чтобы было без потеков, без ничего. То есть это первый слой начальный. Вот надо дать основу. Пускай она будет шагренькой, пускай она будет точечками. Главное, чтобы не было потеков. Вот еще один беглый слой. Я думаю, трех слоев не будет достаточно, чтобы его закрепить. Сейчас этот высохнет. Вот он уже намного ярче, но все равно еще шагренька есть. Еще не проливаю. Вот смотрим, вот общий вид примерно такой. Сейчас подсохнет, и третий слой будем делать. Так, ну вот первые два слоя подсохли, теперь основательный будем наносить третий слой. Сейчас ветер продует. Вот. Ну так, ну вот хорошо видно, но все равномерно растекается. Гладенький, четенький, аккуратненький фонарик получается. Ну, вот для сравнения два фонаря. Как оно выглядит. Отблескивает. Неудобно. Ну, думаю, на машине это будет виднее. Аналогичным образом поступаем и с поворотничками. Матируем, смываем, все отмываем, лакируем и смотрим результат. Вот фонари после покраски высохли. Вот такие вот они получились. Тут, конечно, цвет искажается сильно. Ну, теперь можно эти ставить на машину и смотреть конечный результат.